Здравствуйте. Меня зовут Парень Анна, мне 12 лет. Я учусь в школе номер 9 города Бирска Новосибирской области. Я хочу рассказать стих собственного сочинения «Кто же это журналист?». Кто же это журналист? Это смелый оптимист, сценарист, репортер, монтажер и режиссер. Он в театре и в кино, на арене и в метро. Он везде, и он повсюду. Видит горы и чудо, видит слезы и улыбки, видит злобу и добро. Журналистам быть непросто, журналисту нелегко. Но руки опускать нельзя, смотрит на него страна. Людям нужно знать про все. Где пожар, где наводнение, праздник где, и где веселье, где концерт, а где парад. Журналист событиям рад. Так кто же это журналист? Это смелый оптимист.